Всем привет! Сегодня с вами Алия Халилова и Нияра Халилова, да? И сегодня мы вам расскажем, в этом видеоролике покажем и расскажем о своих покупках из каталога номер 6. Шестой каталог выглядит вот так вот. Да, Нияра, покажешь тоже? Покажи, как выглядит шестой каталог. Вот он, шестой каталог, красивый такой, да? Да? Да. Еще хочу вам рассказать, вот при получении заказа, например, наверное, многие видели, да, что в заказе еще прилагаются всякие такие интересные брошюры. Вот, например, одна из них, «Триумф успеха» написано, да? Если многие, например, не читали, что за «Триумф успеха»? Вот, Нияра, тоже покажи. Откроешь вот это тоже, да? Покажи. Вот, вот это маленькое открой тоже. Вот. Нияра будет пока открывать следующую брошюру, я расскажу про эту. Это компания по приглашению. Действует она с 3 апреля по 24 июня 2017 года. Как это работает? Это компания по приглашению, то есть для спонсоров. Приглашая новых людей и регистрируя их в свою структуру, вы становитесь, являетесь спонсором для них. И помогая новичкам пройти первый шаг... Да, еще открою, там еще открывается. Помогая своим новичкам пройти первый шаг стартовой программы, вы получаете за их заказы, за каждый их балл бонуса, получаете свой личный спонсорский балл, то есть один балл и один балл вам. То есть первый шаг стартовой программы – это 100 баллов. За свои 100 баллов новичок получает подарки по стартовой программе. Первый шаг – это подарки серии «Молоко и мед». А вам за это начисляется 100 спонсорских баллов. Почитай там, что написано. А вам за это начисляется 100 спонсорских баллов. Но если новичок сделает заказ на 5 баллов, вам все равно начисляется, даже если он, например, не получил в подарки, потому что всего лишь 5 баллов, все равно 5 баллов начисляется вам как 5 баллов спонсорских. То есть вот так. Но надо сделать заказ в течение 21 дня новичку после регистрации. Итак, если, например, до 24 июня накопится спонсорских баллов 100 спонсорских баллов, то вам в подарок положено вот такой вот набор из 3 браслетов. Сейчас очень модно браслеты всякие разные, красивые, с очень мотивирующими надписями, вот, и объединяющими. Вот, еще раз откроешь? Вот, например, это 100 баллов. Также тут подарки, например, по 250 баллов. Вот 250 баллов это beauty case, либо набор кистей для макияжа в чехле. Красивая серая такая стильная упаковка. Вот. Также дальше. По 500 баллов это набор, например, в такой красивой упаковке. Женские часы, сережки. И что туда входит, сейчас я прочитаю. Утонченная классика аксессуаров. Часы, ожерелье, две пары серег. Вот. Материал набора. Нержавеющая сталь. Также мужские часы в красивой упаковке. Ну, там уже без серег и без ожерелья, извините. И также 1000 баллов – это набор таких стильных ручек. Раз, два, три ручки. Вот. То есть 100 баллов – это набор из браслетов трех, а 1000 баллов – это набор стильных ручек. Вот. Так что можно до 24 июня еще ох-ох-ох, сколько людей пригласить и помочь пройти первый шаг стартовой программы каждому. Вот. Что у нас там дальше? Нияра, покажем? Да? Также следующая брошюра, это на ней написано скидка до 70%. Акция активности. Твой заказ, твоя скидка. Действует он с 15 мая по 24 июня, так же, как и компания по приглашению, с этого года, 17-го. Вот, что же предлагают нам? Делая заказ в каталогах, номер 7, это с 15 мая по 3 июля. Если, например, сделать заказ на 50 баллов, то в каталоге номер 8... Вы можете приобрести любой из этих наборов со скидкой в 50%. А если сделать заказ в каталоге номер 7 на 70 баллов и более, то 70% скидки. То есть на этой брошюре указан, например, набор, вот Giordani Gold. Это губная помада,
Джордана и сережки Джордани. Если, например, 50% скидка, то это 1351 рубль. А со 70%, то это всего лишь 799 рублей. Круто, да? Вот тут много интересных всяких наборов таких, да, Нера? Да. Нам понравилось, мы будем участвовать. Вот, следующий каталог. Вот так. Вот он, следующий каталог. Очень интересный, я его уже успела полистать. Вот, что же у нас там есть, Нера? Мыло? Ты что, показываешь мыло? Мыло, скажи, мыло. Мыло. Вот сколько у нас мыла, Ньяра. Давай красиво выкладывай все. В прошлом видеоролике мы с Ньярой вам показывали эти мыла, да? В этот раз мы решили их тоже заказать. Если кто не знает, при заказе двух, там очень интересная скидка. Вот. Также в этом каталоге есть очень интересный набор. Состоит он из... Не бросай, Нера, красиво, да? Вот так красиво, ага. Ну-ка красиво все сделать, умеешь? Так, набор. В этом каталоге очень интересный набор. Всего лишь 449 рублей. Так, все вытащила из этого набора? Все, вот он, такой набор интересный. Из чего же он состоит? Сейчас мы вам расскажем, да, Нера? Да. Крем для лица, ромашка, серии Love Nature. Поближе покажу. Вот, для чувствительной кожи, зубная паста Optifresh, гель для душа серии Discover, японские церемонии в данном случае, вот, и также мыло для интимной гигиены, это которое новое, последнее вышло, Феминель, с розовой водичкой, пахнет обалденно, вот, вот такой вот набор, всего лишь 449 рублей по каталогу. Дальше. Вот так в сторону уберем. Вот так поставим сюда, да, Нера? Не надо нажимать, он закрыт. Вот так поставим, можно? Красиво, да? Дальше, что покажем? Вот это. Давай, покажем, вот. Мы еще заказали себе кондиционер для волос. Он предназначен для сухих волос. Кондиционер. Мне очень нравится этот кондиционер. Я беру себе, например, шампунь для жирных волос, а кондиционер для сухих. Почему? Потому что волосы, особенно вот на кончиках, супер сухие. Я сушу волосы феном. Вот. И для сухих волос покупаю себе кондиционер серии Love Nature. Вот в таком новом дизайне, очень интересном, бутылочке. Вот. Да. Мне очень нравится. Использую его каждый раз. Так, дальше. Заказала себе вот такие вот два крема для лица серии Love Nature. Мне они очень нравятся. Для жирной кожи с чайным деревом. Вот, мне очень нравится. Всем рекомендую. Если у кого жирная кожа, они снимают блеск, сужают поры, очищают. Потом никаких высыпаний не появляется лишних на лице. Очень приятная кожа становится. Даже моложе выглядишь. Вот. Что это такое там, Нера? Ну, посмотри. Да? Вот так же у нас супер заказ. Ну как же, мы не могли не заказать себе и своим друзьям. Еще в этот набор крем для рук мы забыли показать. Яра. А я же смотрела и не нашла. В набор за 449 рублей входит крем для рук, мыло для интимной гигиены, гель для душа, зубная паста и крем для лица. То есть раз, два, три, четыре, пять за 449 рублей. Пить будешь? Иди попей. Ну-ка иди принеси. Иди попей, водички попей. Вот, также в этом каталоге, хорошо, также в этом каталоге мы заказали себе румяна серии Giordani Gold. Они в этом каталоге по супер скидке, по супер акции. Спасибо. Вот, сейчас я открою и покажу. Супер румяна шариковые и по супер цене всего лишь 399 рублей по цене каталога. Да, Яр? Ну-ка вот это туда отнеси, поставь. Моя помощница. Очень мне помогает. Она по хозяйству и видеоролики снимает. Вот. Шариковые румяна.
Джет, да, не болт. Только не упади, Ниара. Правильно бы закрутить, Ниара. Да? Да. Вот, в такой красивой, стильной упаковке. Очень хорошая, большая скидка. Всего лишь 399 рублей. Вот, пожалуйста. Что у нас еще? Также, те, кто не забыл, и те, кто помнил, участвовал в акции «Твоя активность». Вот. В прошлый раз я заказала себе полотенце и водонепроницаемую косметичку, а в этот раз мне пришла вот такая спортивная сумка. Классная сумка, такая серьезная подкладка. Она очень вместительная. Тут наружный карман такой сетки. Вот. Очень серьезный вообще. Очень понравилось. Также есть тут такой, мне понравился, отсек для обуви. Так, это вот задний кармашек такой маленький. Типа там для телефона, может, там кошелечек. Вот этот мне отсек очень понравился. Так, его открываем. Вот, те, кто любят ходить на танцы, какие-то занятия, в спортзал, вот, отсек для обуви. То есть ты положил сюда обувь, и ты не переживаешь, что у тебя здесь что-то испачкается, потому что отсек для обуви, он отдельный, вот, отдельная подкладка на отсек для обуви, да, Ниара? Да. На, идем, идем, ты иди сюда, складывай все в сумку обратно, хорошо? Да, здесь. Вот. Такая вот крутая сумка. Нам очень понравилась, да, Ниара? Вот. Давай, закрой. Закрывай. Также мы заказали в этом каталоге роликовую пилку для ног. Новую. Серии Fit Up. Вот. И сейчас мы с Ниарой вам откроем и покажем, как она выглядит и как она работает. Так. Вот она, пилка. Там также присутствует инструкция. Вот она, инструкция. Вот. Инструкция на очень многих языках. И на русском языке она на странице 3. В самом начале. Вот. На третьей странице, на русском языке. Помочь? Да. Вот так. Теперь иди сюда и складывай все в сумку. Складываешь? Вот здесь идем. Садись со мной вот здесь. Здесь. Вот. Покажу вот. Такая вот роликовая пилка, да, Нер? Да. С крышечкой. Очень удобно держать в руке. Показала? Да, я теперь тоже открою, хорошо? Есть специальная такая прозрачная пластиковая насадка. Так. То есть крышечка. Так. Да, вот так открывается. Нер, я расскажу, хорошо? Потом тебе дам, покажу. Вот. Ты в сумку складывай вот это? Складывай вот сюда. Мыло сложи. Сложишь? А я покажу. А я покажу. Хорошо? Тоже покажешь? Покажи тоже. Угу. Вот. Правильно, молодец. А сейчас вставим туда батарейки. Сейчас я вам коротко расскажу, из чего она состоит. Роликовая сама вот эта роликовая пилка, она съемная. Тут есть специальная кнопочка, написано «Push», нажать. При нажатии вот, можно вот так ее изъять, помыть, например, почистить. Вот, опять так же она вставляется легко, потом мы можно проверить, и она держится, все хорошо. Включается она вот здесь, вот этот белый поясочек крыши. Кружится. Крыши. Поворачивать его надо, чик-чик. Там одна скорость. Вот, один раз она переключается. В одну сторону включили, в другую сторону выключили. Крыши. В самом низу. Вот тут отдельный такой отсек для батареек. Выкручиваем немного совсем. И достаем. Сюда нужны 4 батарейки пальчиковые. Мы приготовили 4 пальчиковые батарейки. Наипростейшие, никакие супер-пупер батарейки сюда не нужны. Потому что она сюда не нужно слишком много энергии. Сейчас не... Так. Туда плюсом. Вот так. Так. Да, и вот так. Подожди. Попала? Ай, молодец, попали. Так. Вот.
Подожди. Вот так. Вот. Так. Подожди. Все правильно, ставь. Вот. И вот. Дальше. Нера. Можно? Значит, ух ты, у нас включена она. Класс. В общем, друг на дружку каждая батарейка в два ряда получается. Далее крышечку так вдеваем и закручиваем. Вуаля, и все готово. Роликовая пилка готова к работе. Можно я покажу? Да? Можно я включу? Нет. Включается она вот так. Поворачиваем. Легким поворотом руки. Оп. И роликовая пилка заработала. Она такая серьезная. Такой блестящий камень. С какой-то планеты, наверное. Это я пошутила. Вот, очень серьезно так работает. В общем, роликовая пилка, написано в инструкции, предназначена для обработки кожи стоп. Больше ни для чего применять ее не рекомендуется. Также рекомендуют использовать ее на влажных, то есть влажная кожа стоп должна быть. Вот, роликовая пилка, она водонепроницаемая, ее можно сполоснуть после использования. Вот, такой удобный контейнер, потом, если, например, хранить. Классная вот такая вот крышечка защитная, колпачок. Вот так одевается на него. И все, и ваша роликовая пилка защищена. Вот. Что у нас еще? Вот и все. Все мы показали, да, Нера? Заказывайте себе. Как раз вот сейчас весна, начнется сезон босоножек, шлепанец и такой всякой красивой обуви. И хочется, конечно, чтобы ноги были всегда в порядке. Если после написано, что после первого применения уже заметен результат, а если это пользоваться ею постоянно, то представляете, ноги будут в каком состоянии? Прекрасном, как ноги, как у младенца, будет мягкая кожа, вот вам будет не стыдно одевать красивые босоножки. Давай выключаем, закрываем, вот, и упаковываем. Вот такая вот классная, такая серьезная, крутая. Мне очень понравилось. Тебе понравилось, Нера? Скажи «во». Скажи «во». «Во». С вами были Алия Халилова, Нера Халилова. Мы рассказали, мы поделились с вами своими покупками в этом каталоге номер 6. Вот, встретимся в следующем видеоролике. Спасибо, что досмотрели нас до конца. Надеюсь, наш видеоролик оказался для вас полезным. А теперь пока-пока! Пока-пока! Подписывайтесь на наш канал.